До начала весеннего призыва 2014 остаются считанные дни. Из года в год наш регион отправляет в ряды вооруженных сил настоящих защитников Отечества. И эта весна не станет исключением, заявили члены областной призывной комиссии. В течение 2 дней в Курске проходил инструкторско-методический сбор. В его рамках говорили об итогах осенней кампании 2013, а также о новых требованиях к призывникам. Встречи с молодежью, своевременная постановка парней на учет и борьба с уклонистами. Далеко не полный список мероприятий, которые позволяют региону справляться с поставленными задачами. Почти 1800 ребят прошлой осенью отправились на службу в Западный, Центральный и Южный военные округа. Норма на весну более 2000 человек. Резко увеличились требования к призывнику. Нужен призывник нового типа, технически грамотный, физически здоровый. Тот, который в течение 3 месяцев сможет выполнять поставленные задачи. В связи с обстановкой, будем говорить, и требованиями, которые предъявляются к нашим призывникам, эту задачу мы будем выполнять. Особое внимание к молодым людям, окончившим высшие учебные заведения, отметил военный комиссар области. В рамках сбора отметили всех, кто помогает выполнять норму по призыву. Награды получили главы районов, представители местных военкоматов и средств массовой информации. Почетный диплом вручили и оператору телекомпании «Сим» Андрею Дегтяреву. С удовольствием хочу прокомментировать. Андрей Сергеевич был лучший солдат зенитно-ракетной бригады не так давно. А сейчас он снова оператор. Поздравляю. Спасибо.